Получив заказ на написание святого Иеронима, Леонардо решил по-своему трактовать этот сюжет со львом на переднем плане, а самого святого трактуя как отшельника, пребывающего в состоянии транса. До наших дней дошел лишь картон, хранящийся в Ватикане, одно из немногих произведений, авторство которых никогда не подвергалось сомнению. Его создателем всегда считался Леонардо да Винчи. Это произведение, наводящее на зрителей ужас, надо полагать, современников повергло в трепет в еще большей мере, чем нас сейчас. В обстановке кладбищенского запустения, одним коленом на земле, с отрешенным взглядом, святой как будто собирается ударить себя камнем в грудь. Единственный, кто составляет ему компанию – дикий лев. Аскетизм является подлинным сюжетом этого первого сфумато в истории изобразительного искусства. Сфумато представляет собой технику, которую впервые применил Леонардо да Винчи и которая заключается в вуалировании, скрадывании резких контуров. Это делалось кончиками пальцев, вследствие чего практически невозможно копировать набросок Леонардо. Здесь он пытается продемонстрировать нераздельность тени и света. О художник, не обводи резкой линии тела менее крупные, чем натура, ибо не только они не могут обнаружить свои крайние контуры, но и на расстоянии становятся невидимыми даже их части. Так он объясняет свои поиски в направлении сфумато. И далее добавляет. Для того, чтобы предмет составлял единое целое со всем, что его окружает, он должен нести на себе частицу соседних оттенков. Так он старается растворить фигуру в пространстве, накладывая на нее очень тонкие слои краски, чтобы смягчить контуры, создавая иллюзию того, что изображение словно подернуто дымкой сфумато. Изображение святого Иеронима явилось шоком для флорентийцев. Они были поражены тем, с какой точностью Леонардо да Винчи передал мускулатуру тела. Разве это не доказательство, что художник имел возможность очень близко узнать предмет изображения? Насколько близко? Непосредственно на трупах. А на вскрытие трупов тогда смотрели косо. Именно потому и приходилось заниматься этим тайком под покровом ночи. Однако на пути познания ничто не останавливало Леонардо, и необходимость таиться в ночном мраке, ни трупное зловоние, ничто не шокировало его. Зрители содрогались при виде святого Иеронима, демонстрируя полное неприятие подобной трактовки известного сюжета. Леонардо, приведенный в замешательство реакцией публики, и завершил работу над картиной, которая так и осталась в виде картона навсегда.